Сейчас в регионе активно ведется заготовка кормов на зиму. Сельчане ловят каждый погожий день, чтобы собрать как можно больше урожая. Маинский район не исключение. Основной больной вопрос – то, что мы идем сейчас с задержкой сроков уборки. То, что пока самое, что нас тревожит. Мы ориентировочно на 2 недели ушли по заготовке кормов. И, соответственно, на 2, даже а некоторые и на 3 недели ушли по уборке зерновых культур. В прошлом году Майнинский район уже 14 июля провел пробный молот. 16 июля мы уже включились вплотную в уборку зерновых. В этом году ориентировочные сроки 1 и даже, скорее всего, 5 августа. Чтобы посмотреть, как идет заготовка кормов, в частности сена, мы посетили хозяйство села Полбино. Природные катаклизмы помешали вовремя выйти в поле, но руки аграрии не опустили. Как только установилась хорошая погода, они все взялись за дело. Работают по 10 часов в день и более, опять же, в зависимости от погоды. К 7 на работу приходим сейчас, вот пока роса. Технику проверим, посмотрим и все, ждем. Потом сразу туда. И до вечера. До вечера, да. До вечера, пока... Пока роса не выходит. От росы до росы, да. Получается у нас. Но основной упор в хозяйстве делают на пшеницу и подсолнечник. Это заметно по полям, которые мы проезжали. По одну сторону дороги колышутся тугие набухшие колосья пшеницы, а по другую зацветает подсолнечник. К уборке пшеницы приступят в августе. Подсолнечник начнут убирать в сентябре. Полбино завершили подготовку техники к уборочной страде. Ей хозяйство обеспечено в полном объеме. Здесь есть и косилки, и подборщики копнителей, и измельчители, и различные трактора и комбайны. Если какая-то поломка, все исправляют собственными силами, благо мастеров хватает. Также в хозяйстве созданы хорошие условия для хранения зерна. Это подтвердил главный агроном хозяйства. Да, у нас склады... И в прошлом году, и в этом году ремонтируются новые склады у нас, построили в этом году. Так что условия хранения зерна замечательные. Заготовка сена будет вестись еще около недели. Потом сельхозпредприятия перейдут на заготовку сенажа. Урожайность в этом году такая же, как в прошлом, поэтому запасы сена на зиму будут сделаны в полном объеме. В плане стоит 1300 тонн, и хозяйства почти подобрались к этой отметке. Но, как правило, в районе заготавливают больше. В этом году планируют не меньше 2000 тонн. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.